первая, скажем так, почти официальная игра в Юлайской Джерси. Какой она получилась для вас сегодня? Ну, не супер хорошие, проиграли. Вот. Но, в принципе, моментами неплохо очень играли, двигали ребята. Просто, наверное, забили и не вовремя пропустили. Вот. А так, в принципе, хорошая игра. Спасибо болельщикам. Очень я не ожидал, что много придет на ровный туалет. Все прекрасно понимают, что идет предсезонная подготовка. Она весьма непростая. Каково вам было сегодня в стартовом матче турнира? Физически, ментально? Да ничего, ментально, в принципе, хорошо. Чувствовал себя физически. Понятно, что сейчас плотная работа идет, но ничего, надо и под таким уметь играть, поэтому ничего, разберем, двигаемся дальше. Весьма такая нервозная концовка, как вообще можете оценить, потому что для предсезонки не характерно немножко? Ну, мы показали характер, что у нас есть команда, что у нас есть ребята, которые готовы друг за друга постоять. Я думаю, в сезоне никому просто не будет. Не любит голкиперы, скажем так, шайбы свои пропущенные обсуждать, но можете в какой-то момент разобрать, особенно там третий, наверное, бросок издали прошел, что, мешал кто-то или? Да, это просто надо было поймать его, да, и все. Мне, в принципе, надо ловить. Вот. Ну да, есть на моих шайбах, поэтому ничего, разберем, двигаемся дальше.